Всем привет-привет! Всем отличной недели! Сегодня мы с вами будем смотреть расклад, который попросила Мила Мила. Называется он «Моя мечта из детства». По-моему, что-то такое аналогичное я уже делаю. Если я найду, то обязательно здесь где-нибудь в подсказках дам ссылку, да, на тот расклад посмотреть, вспомнить. Может быть, кому-то будет интересно. Итак, позиции выбирайте. Пока вы определяетесь, я помешаю колоду. И мы посмотрим, какая у вас была мечта. И, наверное, посмотрим, что вы там реализовали, либо не реализовали ее. Такой небольшой расклад я хочу сделать. Вот, пока нету желания делать больших раскладов, скорее всего, потому что я на телеграм-канале делаю такие достаточно большие расклады на одну позицию. Вот, кто еще не подписан, подписывайтесь. Ссылка на телеграм-канал есть в описании к этому ролику, если вы нажмете ссылку «Мои услуги». Туда нажимаете, и там есть все, что нам необходимо. Итак, откладываем. Позиция номер один, единички. Ваша мечта из детства. Посмотрим, удастся ли нам увидеть. Луна. Луна. Что-то такое, знаете, неопределенное. Смотрите, у кого-то мечта была иметь какие-то сверхспособности, связанные с тем, что можно изменять как-то свое сознание, либо все, что связано с очень развитой интуицией. То есть это может быть предчувствие, да? Это может быть какие-то такие, типа яснознания, вот какие-то такие способности были. Здесь такое чувство, что вот как будто бы человек хочет иметь, как-то вот выделиться в области своих каких-то неординарных способностей, либо сверхспособностей. Это для кого-то. Для кого-то здесь мечта по Луне, да? Не знаю, кто-то любил, может быть, звезды. И как-то вот в детстве, может быть, мечтали как-то слетать на какую-то звезду, да? Возможно. Какая еще здесь мечта? Мечта каким-то образом была связана с выбором. Нет, собака, ты отсюда не зайдешь. Как-то связано с каким-то выбором, да, и здесь эмоции, то есть какая-то связь между эмоциональным планом. Не знаю, то ли вы, либо наоборот хотели как-то вот ярко все проживать, эти эмоции, либо как-то избавиться от этих эмоций. Какие-то переживания здесь у нас идут. Что это за мечта такая по двойке кубков? Ну, может быть, для кого-то важно было найти человека, который бы вас понимал. Либо какого-то такого, знаете, преданного друга. Но у меня такое ощущение, что вообще ваш путь, он какой-то одиночный. Потому что Луна, она как-то не совсем парная такая. И аркан влюбленных тоже говорит о некой такой двойственности. То есть мечта, может быть, для кого-то, да, быть в гармонии, принять себя. Может быть, здесь кому-то не нравилось ваше тело, и какая-то мечта была такая, чтобы что-то изменилось. А не то, чтобы вы как-то научились принимать себя такой, какая вы есть, а здесь, скорее всего, как-то вот изменить свое тело. Здесь у меня идет, знаете, энергетические ощущения какого-то своего превосходства в контексте власти. То есть как будто бы, знаете, иметь больше силы, больше власти, как-то влиять на других людей. Здесь по-разному можно считывать эту власть, с позитивной либо с негативной точки зрения, неважно. Но вот здесь уже чувствуется такой, знаете, психологический некий такой сценарий, когда человек ощущает себя слабым. И вот здесь вот чувство, как будто бы хочу дать отпор. И для этого мне нужна сила, для этого мне нужна
власть, умение управлять, да, другими. Возможно, тоже такой бессознательный сценарий, я не справляюсь с собой, именно с эмоциональными какими-то переживаниями. И поэтому мне проще как-то структурировать других людей. То есть здесь какая-то идет психологическая подоплека. Давайте я на метафорических картах посмотрю. Так, наверное, будет проще понять ваши мечты. Так, посмотрим на колоде. Это все о ней. Сейчас подвину вазу. А потом на мужской колоде метафорически посмотрим. А ваши мечты, единички, что вы тут хотели? Здесь вопрос дружбы каким-то образом встает. Вам сложно, знаете, на самом деле очень сложно найти друга, либо подругу. Почему? Как-то вот вы хотели, чтобы вас понимали. Здесь вопрос понимания, он для вас очень важен. Но, к сожалению, люди, они как будто бы вас не понимали. А может быть, у кого-то, знаете, с детства была такая мечта иметь домашнее животное какое-то. Может быть, собаку. Что еще? Кто-то здесь мечтал, знаете, о настоящей семье, причем иметь бабушку с дедушкой. Я имею в виду счастливая, чтобы была семья, так как вы себе представляете в своей голове, и наличие именно бабушкой с дедушкой. В большей степени бабушка, не столь с дедушкой, сколько вот с бабушкой. Может быть, у вас их не было? И вот здесь такое все время желание, что, может быть, слушали, когда дети говорили о том, что поедем на выходные, либо на лето к бабушке. И вот вам тоже как будто бы такое хотелось. Еще какая мечта? Знаете, мне идет, наверное, самая большая мечта, это избавиться от каких-то страхов. То есть здесь есть какие-то страхи, не бояться. Может быть, для кого-то мечта была не бояться тьмы, ночи. То есть здесь какие-то такие страхи проходят. Ну-ка, мужская колода, что нам скажет? Какие у вас еще были мечты? Да, вот видите, здесь мечты почему-то, если честно, я предполагала увидеть какие-то, знаете, детские мечты в контексте того, вот когда я вырасту, я хочу стать таким человеком, либо иметь что-то. Но вот карта почему-то мне здесь показывает больше психологические аспекты. То есть для кого-то мечта была, не знаю, ну, может быть, достаточно примитивно, да, но сходить в цирк. Но здесь больше психологический аспект показан того, что вот как будто бы не хватало какой-то опоры, понимаете, для того, чтобы ребенок раскрылся, вот почему-то какой-то поддержки, помощи. Предположим, если вы девочка, возможно, хотелось либо иметь старшую сестру, либо старшего брата, но не просто иметь, а именно вот чтобы они вас как-то защитили. То есть здесь как будто бы не хватает какой-то опоры. Здесь постоянно мне показывает моменты, ну, может быть, с детства были слишком осознанным ребенком, да, и многое понимали, то есть не по годам взрослые, потому что здесь такое ощущение, что вы как будто бы мечтали ощутить себя целостной. Вот эта вот сила, о которой я говорила, да, власть, она помимо того, что вот здесь человек ощущал себя как-то не совсем, ну вот слабым в некоторой степени, здесь еще вот такое, знаете, ощущение было, что вот как будто бы вам чего-то не достает. И это не в контексте именно детских каких-то там моментов, я не знаю, игрушка, либо там, я не знаю, еще что-то.
А здесь вот какой-то такой достаточно осознанный момент был и ощущение вашей некой такой нецелостности, да, неполноценности. То есть вы как будто бы, здесь не вопросы комплекса, а здесь ваше мироощущение, мировосприятие, как будто бы оно было каким-то разрозненным. Вот было чувство, что мне чего-то не хватает. Вот я не могу, то ли не могу в полной мере проявиться, то ли не могу вот в полной мере как-то вот прожить свою жизнь. Здесь ощущение того, что что-то вам не доставало. Спрашиваю, что не доставало, а вот не доставало как раз-таки вот этого вот ощущения семьи, то, что выходило ранее. Здесь семья не в контексте наличия ее членов, а в контексте именно единства, вот объединения. Причем, знаете, здесь какой-то вот этот вот вопрос, вот двойка кубков говорит о единении. Аркан влюбленный говорит о принятии себя, да. Здесь некоторые метафорические карты говорят о том, что вот человеку не хватает вот целостности ощутить себя, с одной стороны, как целостную какую-то единицу, а с другой стороны, вот эта вот целостная единица, она является частью чего-то. И вот в данном случае семьи. То есть, с одной стороны, иметь какую-то свою независимость, да, некий такой суверенитет, а с другой стороны, являться членом чего-то большего. Вот это вот большее для вас должно было быть семьей. Вот поддержка, о которой мы говорили, это семья, ощущение безопасности. Это вот то, что вам необходимо было. То есть здесь мечты, они такие достаточно взрослые. Либо мне здесь просто показывают психологические какие-то сценарии, которые для вас были важны в детстве. То есть были какие-то, не знаю, проблемы, сложности в детстве, что вот прям было необходимо. Причем, знаете, здесь еще и ощущение какой-то свободы. Поэтому я говорю, с одной стороны, такая полноценная единица, то есть ощутить себя целостным. Я не знаю, как это другим словом заменить, и чтобы это было понятно вот именно в контексте детской какой-то головы, детского представления. Вот мне идет, знаете, как ребенок, возможно, эту целостность воспринимал как желание поскорее повзрослеть, чтобы стать большим. Почему-то мне идет вот такое ощущение, да, я большой, либо большой в пространстве, то есть чтобы со мной считались, чтобы на меня обращали внимание, да, чтобы меня уважали. А с другой стороны, вот большой, значимый, это опять-таки внимание, дать умение, дать отпор. И с другой стороны, вот это эти как раз какие-то такие моменты детские, да, ощущение не то чтобы безопасное, а вот как будто бы защитить, незащищенности. И здесь вот эти вот моменты почему-то мне проскальзывают. Поэтому здесь какие-то такие мечты были. Они, конечно же, не совсем детские, но здесь было желание вот как-то быстро-быстро повзрослеть, чтобы ощутить себя свободным, чтобы можно было делать все, что я хочу. То есть, с одной стороны, как-то хотели выйти из этой семьи, очень побыстрее. А с другой стороны, вот была вот эта вот необходимость в семье. Ну, по тем параметрам, которые я уже обозначила. Как-то так. Ладно, позиция номер два. Красненький камешек, двоечки. Давайте посмотрим ваши мечты из детства. Я не посмотрела в первую позицию, а реализовались ли ваши мечты или нет. Если вспомню вас, я посмотрю. Так, ваши мечты, двоечки. Что-то я как-то поникла энергетически, хотя расклад изначально был таким, ну, зарядил меня хорошо. В первой позиции что-то там не то, как-то вот энергии много забрал. Ладно, ваши мечты, двоечки. Здесь, знаете, как-то мечта именно связанная была как-то с профессией, с профессиональной сферой в контексте того, что что-то я могу творить, что-то я могу создавать. Возможно, вы когда играли в какие-то вот игры, связанные с профессией, вы себя ощущали каким-то значимым человеком. То есть здесь мечты, хочу что-то делать.
там, не знаю, может быть, как маленькая девочка, да, помогали маме готовить. Знаете, как обычно детей ставят, почему мне еще показывают такую девочку с русыми волосами, и у нее красный платочек. Так, знаете, платочек, завязанный назад, как говорим, мамина помощница, хозяюшка, и у нее еще какой-то такой фартучек тоже красненький. Ну, вот что-то вот в таком, такой расцветке. И вот она на кухне, хозяюшка, это с маме помогает. Либо здесь не, там, мы не знаем, может, посуду помыть. То есть здесь какая-то вот такая важность, да, этого ребенка, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, игры. Как-то кормите, в куклы, когда играли, да, как-то вот кормите своих кукол. Почему-то вот идет его там с готовкой. Может быть, что-то такое нравилось, да, играть. А так, в принципе, такое ощущение, что мечты, они были связаны с тем, что вы что-то создаете. Здесь изначально были задел на какие-то семейные ценности. На семейные ценности, на традиции. Почему мне идет платок? То есть если здесь смотрят люди, которые воспитывались в религиозных каких-то таких понятиях ислама, то здесь почему-то девочке очень нравилось, ну вот я не знаю, покрывать себя, либо когда она на маму смотрела, да, покрытую, то есть платком, вот как-то это очень-очень ценилось. Вот почему-то такая мечта была странная, да, что когда вырасту, я тоже хочу покрыть. Чем еще здесь Иерофант говорит? Здесь мечты каким-то образом, они связаны с тем, что какими-то ограничениями, лишениями себя для достижения чего-то. То есть я что-то должна сделать, как-то в чем-то себя ограничить для того, чтобы в дальнейшем получить что-то. То есть это может быть, например, какое-то обучение, вы представляли, что... Я не знаю, я там выучусь на кого-то, и потом я буду, например, хорошим специалистом, очень ценным. То есть вот здесь учеба, образование, оно тоже играет большую роль. Для вас это тоже было важным. Возможно, кто-то хотел стать библиотекарем. Вот почему-то вам это нравилось. Возможно, любили читать книги, причем такие исторические. Возможно, здесь кто-то мечтал куда-то поехать. Куда? Для кого-то была какая-то мечта. Королева Пентаклей. Не знаю, может быть, кто-то почему-то мне идет, хотел поехать в Египет. Вот вся вот эта вот египетская культура, она здесь почему-то человеку важна. Либо побывать в каких-то странах очень богатых. Не знаю, может быть, это Дубай. Может быть, если это Европа, то Швейцария. Вот какие-то такие. А у кого-то были мечты вот именно сказочные. Попасть, например, в лес и увидеть там дриаду, да? Либо... каких-то таких волшебных жителей леса. Для кого-то здесь были мечты стать защитником природы. Ну вот в данном случае защитником животных. Я, может быть, даже кто-то и мечтал как-то свою профессию связать с этим. Но это не обязательно ветеринары, либо там экологи, а каким-то образом, чтобы это было связано как-то с природой. Вот там, я не знаю, океанографию, да, например, там изучение рыб, млекопитающего, что-то связано с экосистемой. Так, ну-ка давайте посмотрим на метафорических картах,
Сначала посмотрим на колоде «Это все о ней», потом «Это все о нем». Да, здесь какая-то такая воительница была. Причем интересно, что в детстве вы были более такими, как это сказать, сорванец, да, больше на мальчика были похожи, нежели на девочку. То есть как-то даже отстаивали, как некий такой, знаете, защитник. Была мечта достичь каких-то высот. Мечты были связаны каким-то образом со сказками. Это я говорю, либо попасть в сказку, либо встретить какого-то сказочного героя, либо придумать своего героя. Может быть, вам на ночь глядя читали сказки. Ну, семья здесь однозначно важна, как ценность. И, возможно, вот те моменты, когда вот вы всей семьей как будто бы собирались вечером, да, и родители читали вам книжку, либо что-то рассказывали такое, это вот прям было самым идеальным моментом для вас. Там, в те моменты формировалась ваша фантазия. Но вот здесь мечты о какой-то помощи, которую вы оказываете. Может быть, кто-то хотел стать медиком, травматологом, знаете, как-то лечить поломанные кости. Как-то так, поломанные руки, поломанные кости. Ну, то есть анатомия была интересна. Вообще все, что было связано с телом. Так, ну-ка на этой колоде посмотрим, какие у вас мечты были, о чем вы мечтали. Вот не идет про природу, знаете, кто-то, здесь идут моменты, вот я сказала, да, про Египет, здесь как-то идет, может быть, вы живете, ну, либо в детстве жили в Азии, и вот здесь вот какие-то моменты степи идет. Степи, и почему я говорила защита животных, вот не идут вот эти, вот, знаете, соколы, которым одевают специальное, такой, как шлем, да, на голову, закрывая зрение. Мне почему-то идет такое. Вот какие-то хищные животные, хищные птицы. Не знаю, может быть, вас они привлекали. Кто-то мечтал стать геологом. Полезные вот ископаемые, камешки, это тоже были для вас важны. Еще какие мечты были? Вот я говорю, целительство. Целительство для вас это было важно. Кто-то собирал гербарии, как это, ну вот бабочки. Ну, либо нравилось. Хотя почему-то мне идет, что вам жалко было, да, как-то вот бабочек сушеных, которые собирают, но вам они нравились. Здесь какая-то любовь к бабочкам. У кого-то была мечта петь, да, вот что вот я вырасту, и я стану певицей, либо певцом. Как-то вот выступать, может быть, даже не пение, а вообще выступать на публике. Хотя здесь вроде бы мне по энергиям идет, что люди такие достаточно стеснительные, но вот эта вот мечта, что вот я когда-то буду собирать залы, либо когда-то буду собирать, там, я не знаю, стадионы, неважно по какой причине. Ну, то есть, может быть, это там даже что-то, как бизнес какое-то направление, да, как бизнес-тренера. Либо просто петь, как-то вот выступать, стендап, веселить людей. То есть вот выступление с микрофоном на сцене. Такое тоже у кого-то здесь могло быть. Так, это была вторая позиция. И мы с вами переходим к третьей позиции, зелененькому камешку. Троечки, смотрим ваши мечты из детства. Хочу поехать в Амазонку, да, в джунгли. Каким-то образом, знаете, познавать племена. Вот вас тянуло, я не знаю, к майя. Вот почему-то Мексика мне идет. Мексика
Там Амазонка, вот что-то такое, джунгли какие-то. Там, где есть какие-то, знаете, народы достаточно воинственные, вот именно племена. Если я не ошибаюсь, в союзное время была, по-моему, передача в детстве, как она называлась, не «Танцы народов мира», а вот как-то связано было даже не вокруг света, а как-то какое-то у меня идет такое ощущение соединения, как путешествие и культура разных народов. Не помню. Может быть, это было в передаче «Вокруг света». Но вот что-то такое. То есть вам нравилось смотреть о том, как живут народы, племена. Здесь почему-то вас очень сильно привлекало. Мне здесь идет, знаете, как вуду, как магия, как вуду. И вот поэтому все, что связано с этими племенами, может быть, даже Африка тоже, но это племена какие-то. Все, что связано с магией, вас это как-то увлекало. Мне идет огонь. Как-то, знаете, вот ночь, огонь, и какие-то танцы, пляски идут вокруг этого огня. Вас завораживал как-то огонь. Вот это вот ваша стихия, скорее всего. Она вот вас прям очень-очень тянет. Прям очень нравится. Аркан мира. Вот видите, я же говорю, как что-то такое далекое. А мечты здесь могли быть связаны как-то с иностранными языками. Не знаю, может быть, кто-то хотел выучить какие-то иностранные языки. Может быть, как-то побывать за границей. Может быть, путешествовать. Может быть, еще так странно, может быть, это прям совсем для кого-то точечно. Но я не знаю, насколько это так. Но говорится о том, что если ребенок рождается в самолете, да, то он становится, там, как он называется, гражданином мира. Вот здесь как будто бы у кого-то такая мечта. Либо еще, знаете, как-то либо быть пилотом, либо капитаном. Но вот мне почему-то больше идет пилотом. То есть летать далеко. Здесь вот с полетом как-то связаны мечты. Мечты, связанные с полетом. Рыцарь кубков. Да, здесь какие-то поездки идут, движения. Это вам нравилось. Знаете, здесь еще такой момент, когда вы были маленьким ребенком, вас укачивало в машине. У меня идет такое ощущение, что ваши родители куда-то ездили, либо передвигались. Может быть, это даже не автомобиль был, а какой-то общественный транспорт. Мне просто идет такое, что вас как-то укачивает, и вы засыпаете. И вам это очень нравилось. Вот это вот ощущение покачивания, и идет расслабление, и вы засыпаете. И вы засыпаете. Но вот не идут больше облака. Облака, может быть, вам еще и нравятся облака. Вот здесь какие-то такие полеты. Почему-то связано с полетами. Но это не военная авиация, это гражданская авиация. Может быть, кто-то хотел стать стюардессой. Еще какие? Ну, медики, да, здесь медики, конечно, тоже проходят. Причем медики, связанные с реанимацией и хирургией. То есть хирурги здесь проходят прям вот конкретно. Ну, в том числе, может быть, еще и стоматологи, травматологи, остеопаты. Вот такое медицинское направление конкретное. Переводчиками. Что-то с иностранными языками. Причем здесь так интересно, что кто-то даже... может быть, здесь кто-то мечтал стать контактером. То есть переводчиком с инопланетного какого-то языка на человеческий. Кому-то нравилось, да, здесь кто-то хотел быть стать контактером, или как называют, ченнелинг, да.
То есть передавать информацию. Еще какие мечты? Ну и, конечно же, эзотерическое направление, да, ясновидение. Вот кому-то, кому-то это очень нравилось. Но здесь еще идет какое-то вот миротворческое направление, да, как проповедник. Как проповедник. Но это не те люди, которые в какой-то одной конкретной местности. Здесь такое ощущение, человеку очень важно передвигаться. То есть не просто, знаете, может быть, хотели стать, там, я не знаю, мотиваторами, да, либо бизнес-тренерами и вот как-то ездить по миру и давать лекции. Но здесь не бизнес-направление, здесь как-то, скорее всего, больше с развитием связано. Если это не духовность, то вот как минимум это какая-то мотивация. Так, смотрим на метафорических картах. Так, сначала на женской колоде, потом на мужской, да, какие у вас мечты. Ну, мечты, не знаю, может быть, вы мечтали вместе с какой-то подругой, у вас прям вот была очень близкая подруга. И вот вместе с ней мечтали, знаете, как будто бы завоевать мир, либо вместе как-то ездить. Вот вместе с каким-то человеком, но мне кажется, что здесь больше. Знаете, у кого-то из вас, может быть, это опять же такая, такая точная информация, есть способности медиумизма. И сложно было вот как-то принять вот эту вот свою способность, наклонность. Такое ощущение, что вот вместе с вами все время ходили как будто бы духи умерших. И вот вас это как-то пугало. И поэтому мечта все время была как-то найти поддержку в ком-то, да, чтобы вот вам либо помогли принять эту способность, либо нужна была какая-то, вот, знаете, здоровая голова в виде другого человека, который бы вам все время подтверждал, что с вами все окей, что ваша кукушка не поехала. Потому что здесь люди как будто бы с развитой интуицией, еще и, скорее всего, с склонностями к медиумизму. Знаете, такой человек, который видит привидения, либо что-то такое не совсем понятное. Здесь, конечно же, психологическую травму, да, показывают человека, который хотел излечить вот какую-то свою боль, одиночество. Но здесь, вот, скорее всего, многие придумывали себе волшебных каких-то друзей. Кто-то видел их, а кто-то их действительно себе придумывал для того, чтобы не ощущать себя в одиночестве. Здесь, знаете, еще у человека было, опять же, как-то у девочки, вот вы были очень активны, и в вашей группе, там, где вы находились, все было очень много мальчиков, вот вы всегда были предводителем, лидером, предводителем этой группы. Вы все время куда-то, вы знаете, как амазонка, куда-то вели детей. Вам это было важно. Но вот при этом такое чувство, что вы чувствовали себя каким-то изгоем, что ли. Так, ну это уже мне показывают психологические травмы детства. Мы их смотреть не будем. Да, в принципе, у нас задача посмотреть ваши детские мечты. Еще какие детские мечты у вас были? Да, мечты. Вот здесь мечты, они связаны как-то с вашей интуицией, с вашей лунной природой, да, и ночью. Ночью, звезды и луна.
есть какое-то творческое воображение было. Да, у меня еще такое ощущение, что, знаете, когда у людей точка сборки меняется, начинаются расшатываться убеждения. И то, что воспринималось ранее как данность, как некая такая константа, она начинает меняться. То есть начинается такая, знаете, нестабильность, ощущение того, что нарушен вестибулярный аппарат. И вот как такое, знаете, головокружение, и вот как будто бы все плывет. Это вот как раз-таки связано как-то с вашими способностями. В детстве они были более такие ярко выражены. Это вам иногда казалось по ночам, что вот стены как-то плывут, да, что они неровные, и не квадратные, а вот какие-то круглые. У меня почему-то идет такое, знаете, что все плывет, все расплывчатое. Это вот как раз-таки показатель того, что точка сборки меняется. И меняются вот ваши какие-то представления о мире. И вот, знаете, еще как на корабле вот бывает такое, что тебя раскачивает. Я не случайно сказала, что вот как-то укачивает, и это нравилось. Здесь, возможно, еще либо были какие-то проблемы с вестибулярным аппаратом, но вот ощущается какая-то нестабильность, знаете, человек, который... Либо были проблемы с ногами, что ли. Здесь какое-то вот движение, оно нестабильное. Как-то человек раскачивается. Может быть, знаете, это еще с чем-то связано, с вращением. Вам нравилось, как дервиш, все время это слово забываю, как правильно по-русски. У меня просто в голове крутится греческое слово. И вот вращаться, вот вам нравилось стоять на месте и крутиться. Потому что у меня такое ощущение, у меня голова плывет, да? И такое чувство, что... когда раскручиваешь, как-то вот крутиться, вертеться. Причем, знаете, не просто крутиться, а вот вам как-то нравилось наверх смотреть, на небо, и вот вы вращаетесь, вращаетесь, а потом вот как будто бы человек ложится на спину и смотрит в небо, и там все плывет. И это вас так очень сильно забавляло. Вот это вот головокружение, оно почему-то приносило вам удовольствие. Не дискомфорт, а именно удовольствие. Детские мечты, знаете, место, где вы хотели бы побывать, это была Флоренция, да, Италия, вот именно там, где есть вот эти гондолы, лодки. Здесь вот какая-то такая романтичность, да, либо побывать как-то на карнавале в Венеции, вот одеть вот эти вот маски, то есть какое-то такое. И либо еще, знаете как, прыгнуть с моста, не знаю почему, ну, может быть, это body jumping, но в то время я не думаю, что это было, но вот здесь вот какое-то такое ощущение, знаете, прыжок с моста, причем именно в реку. Не в море, а в реку. Не знаю, может быть, спор какой-то был. Вот я сказала, ваша стихия — огонь. Это огонь. Вам нравилось с детства как-то, знаете, колдовать. Колдовать достаточно, возможно, примитивно, но как минимум смотреть на огонь. Вот. Что-то сыпать, это знаете, как еще может выглядеть, когда какие-то вот приправы, специи кладешь в обед, и вот этот вот момент, либо соль как-то. Мне так показывают, знаете, когда ребенок посыпает что-то. Посыпает и помешивает. Вот эти вот моменты вам почему-то очень нравились. Я не знаю, какое имеет отношение к мечте, но... Может быть, если это как мечта, да, вот вырасти, стать ведьмой и какие-то зелья варить, да, то есть, либо духи создавать свои ароматы. Либо это может быть, как, знаете, мыловарение, варить свое мыло, но здесь обязательно должно присутствовать запахи.
запах эфирных масел, либо каких-то душек. То есть вот мне идет что-то, что связанное с землей, да, вот когда вот я посыпаю почему-то соль. И обязательно запахи. Вот мне идут очень такие разные запахи. Вот вам нравилось как будто бы смешивать запахи. То есть если вы были маленькой девочкой, есть такое ощущение, что брали мамины духи и мешали из одного флакончика в другой. Конечно, мама ругалась, но вам это нравилось. А еще вам нравилось как будто бы разговаривать с животными. У меня такое чувство, что вот животные вам поддавались. Особенно если вы жили где-нибудь на природе, вне города, то вот здесь вот вам нравилось, не знаю, может быть, с птицами разговаривать. То есть либо мечта была такая, знаете, понимать язык животных, как Маугли. То есть, возможно, мультик Маугли на вас как-то очень сильно повлиял. И как человек впечатлительный, да, как ребенок, вы тоже как будто бы стали разговаривать с животными, мне показывают, да, как вы подходите и говорите, мы с тобой одной крови, ты и я. То есть вот такие моменты. Так, вот такая у меня была для вас и третья позиция. Пишите в комментариях свою обратную связь, кого я уловила, да, из информационного поля, кого считала. А я хочу пожелать вам отличной недели, хорошего настроения всем.